Друзья, то, что вы видите, это еще не все, что вы сейчас увидите. Потому что есть. Ой, запах какой! Слушайте, вы это запах вы вообще не почувствуете, но вы можете мне поверить на слово. Красота. Пахнет шоколадом. И очень хорошо. Значит, это цветные бусинки, съедобные бусинки, нет? Конечно. А нет, это бывает пластмасска, знаете? Не, но они никогда на торты не кладут. Так, никогда. Послушайте, а снизу оно тоже съедобное или просто для красоты? Вот это снизу. Вряд ли оно. Нет, это подставка. Это подставка. Надо так. Это забрать, наверное. Или так. Уже не надо. Ну, уже пусть будет. У нас это не единственный торт. Открывайте, пожалуйста. Оленька, открой, пожалуйста, коробочку. Вот тут у нас еще один. И я хочу сказать, друзья, что этот торт уже пострадал. Вот тут была клубничка, и тут тоже были малинки, и клубничка. Ну, я вот малинки и одну клубничку съел, честно, чтобы не есть все остальное. Так, а покажи торт. Все это, друзья, происходит от разных людей. Не подумайте, что один человек так решил нас уже грохнуть окончательно. Вот, это чизкейк, да? Да. Такой разносол. Чизкейк типа разносол. 3-4 разных типа чизкейков. Народ, понимаешь, устраивается на работу. И так потихоньку. Скажите пару слов-то. Вы же у нас были на канале, да? Я с детьми был. С детьми был. Ну, скажите пару слов. Да, пока нечего говорить. Как нечего? Ну, торт-то чего принесли торт? А торт в знак благодарности. Ну, людям, которые фактически дали новую жизнь. Какое-то событие произошло? Событие, да. Я устроился в хорошую компанию. Большая компания достаточно. Все ее знают, многие. Многие ее знают, да. Но это не самый бренд, да. Который всех на слуху. А многие знают. Но в большом круге. Широко известно в узких кругах. В узких кругах, да. Да. Так вы сколько уже в Америке-то? Я год. Чуть-чуть больше года. Ну и как оно в целом-то? Ну, можно жить? Жить можно. Я просто доволен, что я здесь оказался в это время. И сейчас самое такое время активных людей, активное время для развития, для своего. Хорошо. Вообще. Политические события у вас там? Выборы какие-нибудь смотрите там? Местные? Местные. Не местные, нет. Я пока до выборов еще не. Ну и ладно, не до этого. Это не мой вопрос, да. Ну хорошо, значит, а хочется тортик-то? Или думаешь, пусть они сами вот отдуваются тортиком-то? Ну, на самом деле, я могу, так сказать, снять пробу, чтобы вы не сомневались. Давайте. Тут вот еще, друзья, у нас лимончиков тоже человек принес вот так. Собрал там в доме, где живет, на бэк-ярде и принес. Так что мы все в какой-то еде, знаете. Если бы я знал, помните, я колбаску покупал в русском магазине, если бы я знал, что на следующий день принесут такое количество из русского магазина всякого, так я бы и не покупал, знаете, никогда не знаешь. Но съели и то, и другое, надо сказать, что ничто не пропало, все достается людям. Вдогонку, оказывается, это вот Оксана Красуля, да, которая у нас на канале, показывали мы торты тирамису, которые она делает, так это, оказывается, ее продукт. Вот оно что. Такого не купишь, друзья, такое можно только заказать индивидуально. Вот тогда мы Оксане передаем отдельный дополнительный привет. На этой красивой фразе мы и расстаемся с вами.